Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. В этом видеоролике хочу показать и рассказать вам, как очистить память в Телеграме за одну минуту. Перед началом этого видеоролика ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и давайте будем начинать. Итак, для начала нам нужно перейти в Телеграм. Далее нам нужно перейти в настройки. После этого листаем вниз и нам нужно нажать на раздел под названием «Данные и память». После этого нам нужно перейти в использование памяти. И тут вы можете увидеть, сколько у вас кэша на вашем Telegram-аккаунте. Как видите, у меня 30 гигабайт памяти занято, другое 18,4 гигабайта, 6,1 это видео, файлы и так далее. Мы можем удалить весь кэш, а можем что-то отдельное. Выбираем тут, что именно нам нужно удалить. И после этого нажимаем «Очистить кэш». Однако вы должны понимать, что когда вы очищаете, все эти данные, они удаляются с вашего телефона. А в Телеграме они остаются. То есть вы в любой момент заходите в переписку и заново скачиваете видео, файл, фотографии и так далее. Все что угодно, вы можете потом вернуться, заново скачать и все. Однако кэш будет очищен и столько памяти не будет поглощать ваш Telegram. В основном на айфонах большинство памяти занимает это галерея и Telegram. Поэтому я советую вам очищать периодически данное приложение. Ну а если вам понравилось это видео, если оно оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч!